Семьям летчиков Ил-76, которые погибли при тушении пожара в Иркутской области, сегодня переданы государственные награды. Указом президента все 10 человек экипажа были посмертно удостоены орденов мужества. На церемонии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях глава МЧС Владимир Пучков еще раз выразил слова соболезнования родным. Всем семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Министр отметил, что экипаж заслуженного летчика России Леонида Филина был суперподготовлен. Слаженная команда до конца выполняла свой долг. Напомню, Ил-76 разбился 1 июля в условиях плохой видимости из-за сильного задымления. Благодаря работе экипажа тогда удалось отбить у огня почти 30 деревень в Иркутской области.